Новый телефонный сертификат на 5000 часов бесплатного времени – такой нужный подарок получил участник Великой Отечественной войны от партии «Единая Россия». Для удобства все самые необходимые номера в новом аппарате уже есть. Тут у нас в телефоне вбиты самые необходимые, первые необходимости номера. «Волонтеры Победы», «Горячая линия», «Единая Россия». Для дорогих гостей у Андрея Дмитриевича тоже презент. Книга о своей жизни с личным автографом и добрыми пожеланиями. Бывало Зутина. Я ее так издали видел, ну так не встречаясь. А так мы повстречались и фото сделали вместе, все. А мне интересно было. Ну и ей тоже интересно. Я был и горнолыжником, и альпинистом, и таежником. Ларису Евгеньевну Лазутину ждал особенно. Общих тем для разговора у них много. Альпинизм, горы, лыжный спорт. Вспомнили свои победы, покоренные вершины, посмотрели фотографии. Я считаю, что это очень хорошая, добрая акция. Ну и, конечно, было очень приятно просто пообщаться, потому что большой, долгий и очень такой непростой жизненный опыт. Но мне очень нравится, что он остался с таким настоящим дедулей, отцом, настоящим человеком, и поэтому, конечно, с ними без конца можно общаться, потому что это прекрасный жизненный опыт. Здоровье, здоровье, и 100 раз ему еще здоровье. Здоровье уже не то, говорит Андрей Дмитриевич, за плечами целая жизнь. Да еще какая! Война, строительство ГЭС, проектировка БАМа. Он привык быть активным. Семья, дети, внуки, правнуки. Всегда оставаться на связи – жизненная необходимость. Мария Шматкова, Полина Бахова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».